Ханмурза Исаев – тренер с большим опытом, один из первых Хасавюрте, кто начал популяризацию бокса. На сегодняшний день он воспитал огромную плеяду профессиональных спортсменов, является старшим наставником в северной зоне Дагестана по боксу. Ежедневно к нему на занятия приходит более 50 человек. Занимаюсь довольно давно уже. Полюбил как бы этот спорт, пробовал многие спорты, как бы бокс понравился больше. Техника, как развивается. И выступать буду в Дагестане. Надеюсь, выиграю, буду победителем. Ислам Богатов не так давно принимал участие на турнире зоны Дагестана по боксу, завоевал призовое место. Тем самым завоевал путевку на чемпионат республики. Тренер спортсмена также отметил, что есть победы на внутришкольных и внутриклубных соревнованиях, как на всероссийском масштабе, так и международном, у десятков его воспитанников. В общем масштабе я тренирую, ребята, уже 27-й год. Это взять, если по городу. Вот. А в основном у нас тренировочный процесс идет, она в любом случае у нас идет каким-то мероприятием подготовка. Если даже кто-то не выступает, но он готовится к каким-то мероприятиям дальнейшим, которые будут. Минимум где-то два турнира мы будем проводить в этом зале, свои турниры. Это вот буквально в смысле до декабря, до конец декабря. И вот между ноябрем и октябрем. Подобные соревнования, продолжил Ханмурза Исаев, служат, как говорят в спортивной терминологии, обкаткой молодых, для того, чтобы научить уверенно выходить на ринг, не бояться зрителя и успешно выступать уже на более высокого уровня турнирах. Я уже 4 года хожу на бокс. Ну, выступал первых мест пока нет, конечно, но буду ходить еще долго. Мне нравится сюда ходить. Магомед Асхабов немного более года посещает секцию бокса, специализированную детскую и юношескую спортивную школу Олимпийского резерва имени Шамиля Маханова. Уже 4 раза успел поучаствовать на внутришкольном турнире по боксу. Основной же подготовительный процесс сегодня направлен на первенство Дагестана, которое пройдет в Кармаскале 11 октября. Арслан Дациев, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».